Минфин и Центробанк готовят очередную модернизацию пенсионной системы. Они собираются признать накопленные средства собственностью граждан, а также отменить накопительную систему как не оправдавшую себя. Но накопление все же предлагается делать и обязательное, но не в Пенсионный фонд России, а сразу в негосударственные пенсионные фонды. Правда, и распоряжаться накопленным не получится, только некоторой частью в экстренных случаях. Что кроется за маневрами Минфина и Центробанка, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, экономист, экс-зампредседателя Счетной палаты РФ, эксперт Московского экономического форума Юрий Болдырев. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость, что, конечно, если вас принудили отложить часть ваших денег и отдать их финансовым спекулянтам, но при этом признают, что все-таки они ваша собственность, чего раньше не делали, это хорошая новость. А плохая же новость заключается в том, что принудительное изъятие у граждан средств в пользу финансовых спекуляций, то есть средств, которые все равно неминуемо обесценятся еще 10 раз к тому времени, как граждане выйдут на пенсию, под прикрытием якобы пенсионного обеспечения, на самом деле продолжается кормление паразитов и изъятие наших финансовых ресурсов, принудительное причем, в пользу ростовщика и спекулянта. Именно абсурдность ситуации, когда накопленные гражданами средства не являются пока таковыми, и решает эта реформа. Но это только видимость перемен к лучшему в свете скорых выборов, уверен эксперт. Ведь распоряжаться накопленным все равно не получится. На самом деле вам совершенно все равно, считается вашим или не вашим, если ваши руки до него все равно не дотягиваются, и кто-то произвольно распоряжается этим не в ваших интересах. Значит, единственное, сколько все время в мире распоряжаться в ваших интересах, это вкладывать в развитие своей страны. Всякая попытка накопить каких-то хитрых финансовых инструментов обречена на провал, потому что таких инструментов в мире не существует. Эксперт призывает не забывать, что накапливаем мы деньги, а не вещественные блага. И когда наступит время получать пенсию, то получать мы будем не с наших накоплений, а с того, сколько произведут наши внуки. И именно поэтому надо вкладывать в развитие страны. А реформы лишь прикрытие нехватки денег и имитация деятельности, уверен эксперт. Это наведение ничего не меняет. Если мы будем менять правила спекулятивной игры, но не будем принять к игре производительной, то мне совершенно все равно, какие правила спекулятивной игры, я буду стараться в ней не играть. Я не верю, я знаю, что мне от нее все равно ничего не достанет. Это видимость деятельности, это не деятельность. Деятельность – это если переключаться на вложение всех ресурсов в развитие своей страны, понимая, что страна потом выделит нам из масла и сыр ровно столько, сколько будет мощи и силы у страны к тому времени, как я буду искать. Никак иначе. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».